Привет, я Ангелина, мне 28 лет, я актриса, обожаю Нью-Йорк, шмотки и гей-клубы. Головним чоловіком у своєму житті Ангеліна вважає батька. Він змалечку замінив дівчині маму. Я потеряла маму, коли мені було 10 років. Вот. Но на самом деле это было давно, то есть я это уже пережила. У меня очень хороший папа, который меня поддерживает и морально, и финансово, и за что ему очень благодарна. Он для меня является в жизни примером для подражания, и мужа я тоже выбирала наподобие папы. То есть он для меня был эталон такой определенный. Тепер в Ангеліни власна родина. Вона вийшла заміж у 22. Та коханий не відповідає уявленням дівчини про ідеального чоловіка. Ми вже в місті 6 років, тобто достатньо довго. Отношення у нас складывались по-разному. Первые 4 года он очень сильно меня любил и за мной бегал, то есть красиво ухаживал. А последние 2 года так сложилось, что больше я как бы ему уделяю внимание. Это мне не совсем нравится, но мы над этим работаем. Ангеліна має заповітну мрію – знятися в кіно. Але за 5 років роботи актрисою вона й досі грає лише в масовках та малобюджетних серіалах. На моду народу я прийшла для того, щоб змінити свій імідж, і я дуже сподіваюся, що мене наконец-то замітять і пригласять в кіно і предложать головну роль. В соцсетях нашей программы мы объявили конкурс на самые красивые брови. И победила Ангелина. И получила титул «Мисс Бровь 2013». ПС. Только чтобы тут было ПС написано. Уважаемый мастер, который делал брови Ангелине, отзовитесь, пожалуйста, напишите, позвоните к нам в программу. Мы торжественно отрубим вам руки. Чеклувати над перевтіленням Ангеліни разом із Данилом Грачовим буде модна фея Тетяна Богдан. Вона знає, як має вдягатися успішна дівчина. Та почнемо, як завжди, з ревізії гардероба нашої учасниці. Ангеліна, привіт. Привіт, Даніл. Такая необычная ты. Спасибо, если это комплимент. Ну, пока что, если честно, не совсем. Что с бровями? Брови – это неудачный эксперимент. Глядя на Ангелину, мне первым делом хочется оторвать руки тому человеку, кто делал ей татуаж бровей. Она же выглядит как внучка Брежнева. Так, а что это такое? Это татуаж? Это татуаж, ты сбрила свои? Я их не сбриваю, я их выщипываю. Ну хорошо, выщипываешь. То есть твоих нет, а там вот этот маркером нарисовано. Их, так. Кошмар! Как будто какой-то, знаешь, зубной пастой на основе активированного угля намазали брови. Ладно, богиня, давай смотреть твой гардероб. Начнем. Ну давай с этого синего пятна. Чудесное синее пятно, на мой взгляд, чудесно. Я его купила. Чудесное, когда... синтетическое. Да, но это вообще натуральный шелк. Ну да, это натуральная синтетика. Натуральный шелк, да, окей. Девушки, если вы не умеете отличить натуральный шелк от искусственного, есть один метод. Можно его немножечко поджечь. Натуральный шелк будет пахнуть, как горелая курочка, а синтетика будет жутко вонять. Поэтому, когда Даня будет сжигать это платье, вонь будет стоять еще там. Мне нужно было платье яркое, в которое бы я могла ходить по кастингам. Какие кастинги, подожди? Кастинги – это и «Дом-2», и да, такой позор был тоже. Ну, кастинг в нашу программу ты прошла, поэтому иди меряй это платье. Окей. Я думаю, что это платье пройдет кастинг и попадет в нашу бочку с огнем. Круто. Я думала, Данила будет такой артист, народный артист Украины, а він щас таке. Ну, то есть, как бы я разочарована, потому что наряды, конечно, могут ему и не нравиться, мои, но все-таки можно как-то подобрее к людям относиться и более лояльно. На самом деле это платье похоже на домашний халат, в котором единственное, что ты можешь делать, это выпить утреннюю чашечку кофе или максимум выйти в нем после душа. Единственное, что устраивает меня в этом платье, это его цвет. Такой глубокий, насыщенный оттенок синего цвета очень актуален. Но меня не устраивает само платье. Если бы оно было выполнено не из столь блестящей ткани, оно выглядело бы гораздо лучше. И, конечно же, этому платью требуется дополнительная длина, но оно чересчур короткое. Еще не было ни одной девушки в нашей программе, у которой в гардеробе не было бы корсета. Этот корсет я купила для мужа специально, для того, чтобы его соблазнять. Этот корсет я купила для мужа. Знаете, ему так хорошо в этом корсете. Долго вы с ним вместе? 6 лет.
6 лет. Да, пенсионеры уже такие. А, ну да, такие пенсионеры с выбритыми бровями, с корсетом, с пирсингом. Может, татухи еще где-то есть? Конечно, есть. Но на пояснице и в области бикини. И что там написано? А в области бикини у меня... Добро пожаловать. Нет. Ха-ха, очень смешно. Я ж не то, что хотел обидеть Ангелину, я просто предположил, просто я видел в некоторых неприличных журналах такие вещи. Вот и все. Там иероглифы, а на пояснице там змея. А что иероглифа написано? Ну, это моя была цель в жизни, я не говорю об этом, какая именно цель в жизни. А, там зашифровано в этих иероглифах, да, цель жизни. Попасть в дом 2. Вот это, я считаю, цель жизни. Здесь мы видим сочетание очень вечернего корсета с такими вот повседневными джинсами. Эти две вещи в данном комплекте просто живут разной жизнью. По отдельности, в принципе, эти вещи могут существовать. Я вообще не люблю корсеты и считаю, что это предмет бельевого стиля. А просто его использовать в повседневной жизни как вещь из casual гардероба я бы не рекомендовал. Ангелина, что это за платье? Это платье я купила, подружка у меня его сразу забраковала, сказала, что оно какое-то стрёмное. Ангелина, жалко, что ты не послушала свою подружку. А интересно, когда брови твои увидела, она что сказала? Вау, подруга, это лучшее. Дай адресок мастера, пойду сделаю себе такие же. Ей оно не нравилось, но потом я купила каблуки, и она сказала, что... Какие из представленных? Бежевые? Вторые, нет, черные, да. Вот эти вот черные? То есть ты вот так вот носишь, да, это? Да, оно очень круто. Ого. Такая гей-богиня Украины. Прости, кто? Гей-богиня. Гей-богиня? Да. Что это за титул такой? Ну, это такой, мои друзья мне его присвоили. Мои друзья геи. А вот если бы наша программа выходила бы в России, то мы бы не могли бы говорить вот эти вот все словечки. Потому что у них запрещена пропаганда гомосексуализма. А мы не пропагандируем, кстати. Прикинь, вся программа у нас была бы пи-пи-пи-пи. Ну что ж, отправляйся, меряй этот образ, посмотрим, как выглядит гей-богиня Украины. Окей. Встречайте, Ангелина, пи-богиня Украины. В общем-то, неплохие достаточно босоножки. Сейчас в моде переплетение на щиколотках. Единственное, что мне нравится в этом платье, это то, что оно тебя не облегает. Обрати внимание, как такой оттенок серого цвета делает твою кожу бледной и нездоровой. Зато попадает в тон твоим бровям. Ангелина! Ой, какой фестиваль! Черное, с золотым, с гипюром. Красиво. Я даже сказал, красиво. По-богатому. Все, как мы любим. А эту кофту, ну, не совсем эту похожую, я видела на Оксане Байрак. И что? Она... Ой, боже мой. Продолжаем. Я не хотел, конечно же, говорить это при Ангелине, расстраивать ее, но Оксана Байрак, при всем моем уважении к ее творчеству, не самая модная в мире женщина. Прямо далеко не самая модная в мире женщина. Прямо очень-очень-очень-очень далеко не самая модная в мире женщина. Надеюсь, намек понят. Она очень яркая и сильная личность, она мне интересна как человек, как режиссер, и я хотела бы даже у нее сыграть в фильме, поэтому, ну, да, возможно... Да ладно? Да, серьезно. В фильме у Оксаны Байрак? Да, если она меня взяла, я была бы очень счастлива. А как она бы была бы счастлива отхватить такую колоритную героиню? С чем ты носишь эту блузу? С шортами. С вот этими? Да. Ой, боже, я как раз себе шорты. Кстати, вот здесь я с тобой соглашусь. Вот я прям вижу Оксану Байрак вот в этом вот комплекте. Вот она, несмотря на то, что женщина сильная, такая прямо сила вселенская, вот она вот может такое на себя надеть. Я вот думаю, может быть, не сжигать этот костюм, а прям передать Оксане Оксановне.
собственно, место этой кофточки в гардеробе или у Оксаны Байрак, или же у нас в печке. Эти шорты делают твои бедра объемнее, они не украшают тебя, цвет крайне странный, фактура ткани тоже выглядит плохо. Мне кажется, что эти вещи из разных историй, но есть кое-что, что способно их объединить. Это наш костер. Данило в хорошому гуморі. А все через те, що вже за мить стиль та гарний смак переможуть, а немодні речі Ангеліни палатимуть у вогні. Что ж, Ангелина, пришло время попрощаться с гардеробом, который подойдет разве что Оксане Байрак. Мы будем избавляться от этих вещей. Ну, может, все-таки не надо? Может быть, все-таки надо. Но они же хорошие, вот платье оно. Оно ужасно, я его видел. Ну как ужасно? Корсет туда же. А это вообще, это очень дорого. Зачем? Это очень дорого. Очень дорого и очень красиво. Поэтому пусть в таких вещах ходят твой любимый режиссер, а ты так ходить не будешь. Ну это же... Ну и в общем эти шортики. Зачем? Все, Ангелина. Говори пока-пока своему гардеробчику. Может, что-то можно забрать. Да Данил просто козел, раз он так считает, потому что, ну, кофта классная. И мне она очень нравится, я не согласна с ним полностью. Я просто так это не оставлю. Я буду подавать в суд, буду обращаться в социальные проекты, где будут поднимать этот вопрос. Я вам этого не прощу. И вы еще обо мне услышите.